Ох, и идем мы с тобой долго, уже даже снег выпал. А где Бэтмен? По-моему, он замерз или отстал. Летучие мыши не любят снег и зиму. Ну ладно, обойдемся без него. Нам главное выйти на какую-нибудь дорогу, а то что-то как-то холодно без куртки. Да, хорошо, что я хоть в кожанке. Чуешь, едой пахнет. Я тоже злой, голодный, когда злой. Ой, в смысле, злой, когда голодный. Ты сам себя слышишь вообще? Ну, кто пойдет проверять? Эники-беники или вареники? А, ну ты пойдешь. Опять я! Что-то страшновато! Да иди, иди, не бойся. А, медведь, валим! Беги, беги, беги! Я невкусный! Вроде оторвались. Опа, смотри-ка, походу дорога. А это что такое? Так это снегоход, Ямаха! Нет, это наше спасение. Что ж так высоко-то? Осталось как-то спуститься вниз. Держу, держу, прыгай! Оп, нормально. Прыгай, ловлю. Ниже, ниже, давай, давай, ловлю, ловлю. А-а-а! Ну ты ловец! Слушай, ну бок зачесался, ну не виноват я. Я тебе больше не верю, ну вроде ничего такой. Как там у тебя правило есть, типа бери когда хочешь? Правило просто, если нельзя, но никто не видит, то можно. Вот точно оно! Слушай, тебе не кажется, что он какой-то маленький? О, смотри, и ключи уже здесь. Врум-врум, работает. Давай, залезай. Не, ну смотри, ну явно какой-то мелкий. Детский, что ли? Ага, с ножом, детский. Наверное, охотников лилипутов. Давай, гони. О, ну вроде ничего такой. Давай, запрыгивай. Честно, я даже не знаю, как тут держать. Ой, да, на такой телеге далеко не уедем. Давай переворачивать. Поднажми. Походу, мы здесь застряли. Но уже хотя бы на дороге, а не где-то в лесу. Ага, сейчас придет лилипут, хозяин снегохода. Смотри, кто-то едет. О, отличненько. Давай-ка тормознем. Что-то какая-то мелкая тачка. Да это Джимни. Походу у них везде здесь техника для лилипутов каких-то. Стойте, стойте, стойте. Мадам, не подкинете нас с товарищем до города и со снегоходом? Не, я в такую не влезу. Мадам, нас бы до города докинуть и снегоход бы захватить. Ну что она говорит? Странная какая-то, молчит. Но показала на тебя и на багажник. Ну и на сиденье. Короче, ты в багажник, а я на сиденье. Не, я туда не помещусь. А, смотри, тут трос. Может, она это имела в виду? Типа снегоход цепануть. Ну, давай, давай, цепанем. У нее тут масло подтекает. Слышь, автослесарь, цепляй крюк. Подгоняй. Ой, простите. Ну все, надежно. Полезай в багажник. Я что, втрое должен сложиться, что ли? Форточку откройте, ноги хоть высуну. Мадам, можно к вам? Слушай, странная она какая-то. Молчит. Странно. Странно это меня в багажник засовывать. Во-во-во, вот здесь притормози, дальше дорогу знаем. Ненавижу Сузуки Джимни! Мадам, спасибо вам большое. Ага, спасибо. За такую поездку мне доплатить должны. Что дальше? Ну смотри, ты пешком, я на снегоходе. Нам нужно его хорошенечко припрятать, чтобы никто не нашел. И есть у меня такое местечко. Я тебе скину геолокацию, как буду на месте. Приходи туда. Не! У меня тоже есть идейка. Я не приду. Я приеду. Ух, скорость-то какая бешеная. По-любому снегоход круче, чем квадроцикл. Хотя сложно сказать. Но тоже ничего.
Так, и вот оно мое местечко. Главное аккуратненько заехать, чтоб третий раз не опрокинуть. Оп. Неплохо. Ух ты. Не рулится, а. Ямаха, Ямаха. По-любому сборка китайская. Надо еще поровнее чуть-чуть. Вот так нормально. Осталось дождаться товарища. Это и есть твое логово? Да, загоняй давай, только аккуратненько. Очень резкий спуск. Сейчас попробую. Если что, лови. Давай, давай, давай. Ой, сори. Аккуратней, потолок низкий. Ай! Я же сказал. Ну что, вроде неплохая коллекция. Да, неплохо. Но я думаю, надо бы ее еще пополнить в следующий раз. И отыскать наш Land Rover, который угнал Джокер. Точно! А сейчас давай погреемся и перекусим. О, тепло, хорошо! Слушай, а наша пещера не растает?